Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и это моды на игру Hello Neighbor. Мод где? Короче, сегодня мы будем играть в офигенный мод, просто офигенный мод под названием Old Memories. Офигенный, судя по описанию и скриншотам, ну и отзывам тоже. Во-первых, там, короче, было описание у этого мода, давайте я вам зачитаю его. Если вы нажмете кнопку возрождения на главном уровне, ключ в поясе соседа будет сброшен. После того, как у вас будет ключ, вы сможете перезапустить его, как обычно. Не до конца понял, если честно, но, в общем, я уже дали мне подсказку, что у соседа на поясе будет ключ. Привет, ребята, наконец-то выпущен новый мод. Создание этого мода ушло около 3 месяцев. Ого, немало. Хотя я делал небольшие перерывы. Я пытался сделать дом похожий на настоящую жизнь. Так, переводчик перевел, во всяком случае. Но в привет сосед. Похоже на настоящую жизнь, но в привет соседей. Этот мод с открытым миром. Ого, ничего так. Так, вы можете найти ключи и вещи по всей карте. Нифига. Сосед не устанавливает камер и ловушек. У вас есть также карта, чтобы увидеть, где что находится. Угу. У соседа есть новые незанятые задачи. Он может делать разные анимации. Я начал делать этот мод 31 декабря, закончил 29 марта. Когда именно, если честно, я там не посмотрел по дате, какого года, прошлого, наверное, или этого. К сожалению, это может быть мой последний мод Hello Neighbor, потому что я начну делать моды на Hello Neighbor 2, когда выйдет комплект модов Hello Neighbor 2. Я знаю, что есть пакет контента на Hello Neighbor 2, но если я его использую, я не смогу загрузить мод в Steam. Чтобы начать, выберите OM Start Hill Menu. Сюжет. Вы играете за Логана Джонсона. Вы были у себя дома и начали искать свой... Чего-то там. Вы нашли одну свою фотографию. Это напомнило вам о приключении, которое вы пережили, когда были подростком. Затем вы отправляетесь в свой старый дом, чтобы посмотреть, как это место выглядит сейчас. Это выглядело так, как будто тут все было заброшено. Ты заснул, и тебе снились кошмары. То, что ты видел, был твой дядя. Его похитил человек по имени Райан Вик. И когда ты был подростком, ты спас его. Теперь вы будете играть Логана Джонсона в роли подростка. Попытайтесь спасти своего дядю из подвала вашего соседа. Угу. Хорошо, кого-то нам придется спасать. Надеюсь, будет не так, как в Хэллоумен, и там этот дядя будет жив. Потому что в Hello Man был сюжет, где сосед похитил какую-то женщину, нам надо было проникнуть в подвал, и там мы ее нашли уже в гробу. Что у нас тут? Так, ну и дальше. Этот мод находится в мод Dead Dawn. Но я рекомендую скачать этот мод в Steam, потому что если вы скачаете его в мод DDB, там могут быть некоторые отсутствующие текстуры. Ролики не воспроизводятся, некоторые звуки могут пропасть. Также рекомендую сделать видео на YouTube об этом моде. Что я, собственно, и делаю. Я уже... Этот мод был сделан человеком под Сдалт ником, и он уже не первый раз в наших роликах. Я ему писал на его канале, что я снимаю этот мод, он очень сильно поблагодарил. Ну что ж, давайте начнем. Надеюсь, этот мод мне понравится. Во всяком случае, описание много о чем говорит. Вот ник этого автора. Skill to continue. Ну, что-то тут моргает немного. Ага, old memories. Так,
R. Старт нажимаем. Не, скипать не будем. Мы должны увидеть эту сцену. Да, вот как по описанию находит фотографии своего детства. Departures. Еще и на самолете, ни хрена себе. Самолет, конечно, так себе выглядит, ну да ладно. Ну, практически, можно сказать, почти так же, как в оригинальном Hello Neighbor, то есть наш главный герой на той же машине приезжает в тот же самый дом. А ты, по-моему, проехал. А, нет, запарковался. И главный герой, по сути, тот же, но с другим именем. Что ж, люблю моды с катсценами. Катсцены — это всегда прикольно. Рекомендует он со Steam загружать мод. Можно из ModDB сайта скачивать. Там можно почти все моды, по-моему, найти. Hello Neighbor, которые только существуют. Но там сложно, во-первых, их запустить. Нам надо Unreal Redactor. Я пробовал, у меня все тормозило на нем. Ну и там многих модов вообще... То текстур каких-то не было, то чего-то еще. А вот в Steam гораздо более стабильно. Не со всеми модами, но более стабильно. Так, он, короче, заснул. Не со всеми модами, но более-менее стабильно. Но, к сожалению, там далеко... не все моды существуют. Наверное, там даже половины нету из тех, что в мод DDB есть. Так, здесь открытый мир. Что ж, сейчас мы узнаем, что это за открытый мир. Какая-то кровать, кстати, на втором этаже вообще дряхлая совсем была. Да ладно, как он на ней спал вообще, я не понимаю. Так, давайте изучим дом. Он тот же, как и в оригинальной игре, но я смотрю, с изменениями. Ни хрена. Даже музыка играет. Так, это иконка соседа нашего. Прикольно, компьютер есть. Какой-то вообще новая звуковая дорожка в телевизоре. Ни хрена себе, вот это дом у него. Блин, дом, блин, слушайте, дом очень красивый. Вообще прям реально красивый. И мы... Я думаю, что перед тем, как мы будем... Ничего себе, вот это да. Вот это мне реально нравится, этот мод. Возможно, он нам на несколько серий даже выдастся. Так, ну давайте, прежде чем изучать открытый мир, мы все же сначала осмотрим дом соседа. А точнее, сначала мы осмотрим свой дом до конца. Во-первых, гараж, я смотрю, есть. Не работает. Ух ты, нифига себе. Это пульт от гаража. Так, вот это нам явно пригодится. Фонтанчик. Мигающая дырочка. Ой, какая мигающая. Дырочка так и просится, наверное, чтобы туда монетку кинули. Блин, я видел. Я видел какой-то дебильный чувак один. Ну, не поехавший какой-то совсем. Видел... Ой, и там ящик для пожертвований. С такой же дыркой примерно. Ой, ящик для пожертвований. Ну это совсем некрасиво, это невежливо. Не делайте так.
Дворик у нас неплохой. Угу. Вот от чего этот ключ. Да ничего тут, по-моему, нет вообще. Опять эта музыка заиграла, потому что... О, тут что-то лежит. А, нет, это взять нельзя. Ладно, лужица есть. Ключик оставим здесь. Может, еще пригодится. Хотя что-то сомневаюсь. Обычно предметы для одного использования идут. Интересно, а почему здесь капкан стоит? В моем доме-то зачем капкан ставить? Указатель еще и шевелится, нифига. Давайте осмотрим дом, но сначала осмотрим задний двор. Сосед, кстати, по-моему, с измененным скином. Насколько я увидел. Так, замок, доски, ключ-карты. Ну, по-любому нам надо будет это открывать. Что у нас тут? Возможно, это погреб или подвал. Ну, в принципе, погреб тоже подвал. Погреб это подвал в подвале, так сказать. Так, это, наверное, выкапывать надо. Так, до кнопки не, достать никак. Граммофон нужен красный. Здесь тоже закрыто. Ой. А вот нас и спалили. Ну что ж, да, сосед с другим скином. Опа, ой, блин, сразу тут стоит. Короче, я помню из описания, у него ключ был на поясе. Давайте сразу попробуем его схватить. Действительно ли у него есть ключ на поясе? Я схватил, отлично, все. От чего он? Не от той ли двери случайно? Нет. Может от этой? От этой, да. По цвету подходит прям. А, про генератор включить надо. Ладно. Нам граммофон сначала найти надо. Красный. Ладно, задний двор мы вроде бы осмотрели. Твои ж налево. Ну ладно, лови уж меня. Кстати, анимацию тут пытались из-за старых версий впихнуть. Кстати, о старых версиях. Вот мне не так уж давно вроде бы писали... Писал кто-то, я уже не помню кто. Говорит, слышал, что есть мод, который возвращает в оригинальный Hello Neighbor, в оригинальный сюжетный режим, старый стиль рисовки, как в Pre-Alpha и Alpha 1. Реалистичный. И мне нравится такой стиль, очень нравится. И вам тоже, я смотрю. И вот, но я говорю, этот мод еще не вышел. Я видел обзоры на него, но он еще не вышел. Разработка все еще идет. И вот и вот вчера буквально вышло видео. Missing Eternity, или как там у него называется канал. Вот он делал этот мод, и он выпустил видео, короче, что у него там... Все было хорошо, вот он до сих пор уже много-много месяцев разрабатывает этот мод. Видимо, все хочет идеально прям сделать. И это хорошо. Ну вот он... было все хорошо до этого года нового. Так, давайте в дом соседа уже зайдем. Телевизор смотрит. Так. У него парилка есть. У него парилка есть. Что? У него баня тут есть. Нифига, прям реальная. Давайте-ка затушим это дело. У него еще и баня, которую водой не затушишь. Обалдеть. Богато живет. Да, неплохо живет сосед. Я нашел ключ от автомобиля, кстати, уже. Я проверял багажник, он там закрыт был.
Давайте шарить дом. Так, второй этаж. Блин. Ну ладно. Так вот, короче, он на Game Jolt хотел эту модификацию Old Style выложить. Но там в дело вмешался этот владелец комьюнити по фанатским играм и модам на Hello Neighbor Game Jolt. И сказал, что ремейки оригинальной игры запрещены, релизной версии. Он хотел сначала реально как полную игру выпустить, но только со старым стилем, потому что другого способа не знал. Но это нельзя. Это то же самое, что дать ссылку на пиратскую игру. Пошел у них там спор, решил Missing Eternity сделать так, чтобы это как мод выложить, то есть уже по файлам, а не полностью игру. Ну и что-то там, короче, бади, то есть приятелем называл его этот владелец. И он сказал, никакой я тебе не приятель. Ну и в итоге там дошло до того, что он его что он забанил его, запретил выкладывать новости в комьюнити. Но страницу с этим модом не снес. Однако, по-моему, на следующий день или через два, сколько там, была снесена и страница с этим модом. Как пишет по жалобе пользователя. Ну, я думаю, вы уже сами поняли, кто именно пожаловался. Этот самый владелец комьюнити, конечно же. Ну, он там написал, я ничего не крал, я выпущу это как модификацию. Ну и все-таки приняли и сняли страницу установили, но бан, конечно же, не сняли. Ну и вот, это было в январе. Потом, и вот июнь, вот до июня он по-прежнему занимался разработкой этого мода. Ему снова сносят страницу с игрой. Он офигел, что такое. Потом обращается в техподдержку, почему моя страница снесена, типа. А ему там пишут, страница была снесена по запросу Tiny Build, главного издателя оригинального Hello Neighbor. Официального издателя Hello Neighbor. И поэтому страница не подлежит восстановлению. Ну и такое как-то странно. Тот владелец мод комьюнити на Game Jolt и сам говорил, что можно выкладывать моды, но нельзя полную игру там скидывать. И ведь он хотел это как мод выпустить. Там даже еще ничего не было выложено, мод еще не готов был. Ему взяли, просто снесли страницу. Зачем? Он хоть, конечно же, нашел почту Tiny Build, написал им. Ну и ответа до сих пор не поступило. И я почти уверен, что не будет. Потому что я думаю, Tiny Build не захочется отвечать на это письмо. Так, давайте откроем машину. Вообще, я, по-моему, 1 августа хотел автор этот мод выпустить. Ну, говорит, что это все, вот этот инцидент к разочарованию привел, и на неопределенное время, скорее всего, отложится дата релиза этого мода. Очень-очень жаль. Надеюсь, этот мод когда-нибудь все же выйдет. Когда выйдет, мы обязательно сыграем в него вместе с вами. Пройдем игру со старым стилем. Ну ладно, короче, мы добыли магнит. Не знаю пока для чего. Блин, он нужен. Сколько времени, кстати, прошло? 18 минут. А, еще полно времени. На второй этаж надо как-то попасть, а он нам не дает. Ладно, давайте аккуратно проследуем. А, кстати, там лестница же была какая-то. Ну-ка, куда она нас приведет? Ага, хорошо. А, мы туда не попадем, там заперты. Ну что это такое? Выпустите меня отсюда, блин. Я уже думал, ГОСТ сейчас вырубать придется. Ну, не пришлось. Ладно, давайте попробуем войти. Дом у него реально прикольный. Реально богатенько так живет. Книга.
Чё книга? Книгу надо какую-то. Ну, пожалуйста. Беру книгу. Ой, ёп. Нифига себе, я как... это ж надо догадаться, угадать книгу. Но, чтобы открыть решетку. Блин, сосед меня этот спаливает. Или как там его? Как там зовут его? Райан Вик, что ли, зовут его? Разбовский плюс Маргарет. По-моему, не на втором этаже, можем смело обшаривать его. Так, это спальня. Опа, подождите. Да ничего здесь нету, по-моему. Смотрим дальше. Так, еще одна спальня. Уже с двойной кроватью. Так, прикольненький такой шкафчик. Но ничего полезного здесь, походу, тоже нет. Твою же мать, а. Как он надоел мне уже. Закрылся там. Он еще и дверь выбивает. Ё-моё. Не, мы должны как-то туда попасть. Ага, ключ золотой, хорошо. Берем его обязательно. Ключи всегда нужны. Ага, мы здесь были уже. От чего этот ключ, не знаю пока. Так, ну вроде все в доме уже посмотрели. Больше ничего нет. Ну, ладно, давайте уже... Давайте, наверное, уже смотреть эти... Давайте уже смотреть окрестности. Этот самый открытый мир, чтобы... Потому что много объектов, как написано в описании, нужных, находится где-то на карте, не только в доме с цели. Давайте этот дом проверять. Так, ну здесь пусто. Здесь тоже пусто. А здесь одна пыль. Ничего нету здесь, окей. Так. Жалко, наша метка не обозначается никак. Придется самому как-то догадываться. Ну, это как просто листок бумаги, можно сказать, на котором не может никак указываться наша метка. Давайте туда сходим. Проверим. Так. Неплохо, неплохо. Ну-ка. Баскетбол мейкер. Можно баскетбол сыграть. Солнце. О, забили. Мы забили. И эх, перелетело. Ну ладно. Что у нас тут? Футбол? Мяч не футбольный, но да ладно. Отлично. Ну, по-моему, это не дает ничего. Может, там ключ какой-то появится. Еще раз давайте посмотрим. А, нет. Откуда он выпадает? Дайте посмотреть. А, из этой трубы? Только не, как влезает в эту трубу мяч? Как-то странно немного. Но да ладно. Давайте смотреть, что у нас тут. Так, футбольное поле, по-моему... О, да, вот обозначено. Мост какой-то там где-то. Давайте туда сходим, посмотрим. Там что-то есть? Тут, наверное, закрыто будет. Не понял. Ага. А, закрыто, да. Как это какие-то странные немного проходы. А, тут еще дверь. Смотрим дальше.
И здесь то же самое. Да, наверное, во всех домах это будет. Хотя, может, надо будет угадать дом. Здесь ничего нет. На мосту. Опа, ключ. Ключ всегда нужен. Давайте каждый дом проверим, на всякий случай, вдруг в каком-нибудь есть секрет. Не в этом. И здесь заперто. Зачем стены такие? Но, может быть, по-другому не получалось, конечно, сделать. И здесь заперто. Мне что-то кажется, что во всех домах это будет. О, погодите. Граммофон! А чё он не берется? На нем нет пластинки. И эта фигня не берется. Ладно, это бесполезный предмет. Нам сюда не надо. Видимо. Так, еще дом. Блин, он заперт. Там рычаг какой-то находится. Надо найти зеленый ключ. Так, что у нас там дальше после. Что у нас еще на карте есть? Мельница какая-то, давайте сходим туда. Мельница и какая-то еще хрень. Непонятная. Трамвай какой-то едет. На трамвай похоже. Или поезд. Метро, наверное, даже. Ну да, наверное, метро. Давайте посмотрим. На метро картинка похожа. 40. Судя по карте, оно где-то там должно быть. Ключ этот желтый, немного ржаватый какой-то. Да, там что-то есть. Вон мельница крутится. Да, нам туда. Надо. Похоже. А, еще одна запертая дверь. Обалдеть. Там что-то есть, но не видно. Так, от электричества питает мельницу. Видимо, мельница это электричество питает или что-то еще. Но туда, по-моему, залезть нельзя никак. Опа! Ну-ка, пошли туда, там что-то есть. Наверняка. Ага, это заброшенный тоннель метро. Прикольно, прикольно. Слово. А, туда нельзя уже. Камера. Пиздец, нет, ее нельзя. Чего? Тут поезда ездят? В нем есть что-то? Не открывается. Я думал, это заброшенное. Опа, ключ. Зеленый ключ. Я знаю, от какой, от чего он. Бежим. Бежим открывать тот дом. Давайте тот дом откроем. Еще, блин, капканы. Да почему тут капканы в ненужных местах стоят? Где там дом этот был? Он на карте обозначен, кстати, как-то или нет? Так, футбол. Футбол там? А, да, это, наверное, это наш дом обозначается, так. А это, а тот дом где-то тут был. А, даже тут рисовальщики нашлись какие-то. Нет, слушайте, блин, вот открытый мир это прикольная идея для Хэллоуина вообще. Чё это рычаг? Мини-сало. А, мини-сало, я видел его на ютубе, канал, и он тоже моды всякие снимает. Без комментариев. Без голоса. Так, на мост показывают. Но мы там были уже на мосту. Мы на мосту уже были. Так, куда этот рычаг-то ведет? Куда? А, фиг его знает. Куда? Куда? Нет, я не знаю.
Ладно, в общем, пусть будет включенным, наверняка это нужно было. Все-таки не просто так надо было ключ зеленый достать. Опа, там что-то есть. Подождите. Там дом какой-то. Давайте туда тоже сходим. Так, провод какой-то из камня выходит. В лодку. Ну, лодку-то не запустить никак. Озерцо. Озерцо. Кто-то отдыхал, я так понял, здесь. Ну, но на ту лодку мы никак не попадем, потому что мы плавать-то не можем. А, это похоже на этот обычный дом соседа. Есть пирс. Опа, что там? Фига здесь нету. Неплохо так. Искупались. Теперь давайте дом этот проверим. Явно не просто так стоит. Так, что это? Опа. Это открывает дом сам. Так, и напротив него такой же дом, только в разрушенном состоянии. Пропавшие дети. Также. Я так понял, это ключ отсюда. Угу. Help, мистер Питерсон. Мистер Питерсон, это так зовут обычного соседа. О, решетка тут открыта. Уже тут решетка открыта. А, ключ. Тот ключ от этого тоже нужен. Так, лопата. Лопата. Я догадываюсь, для чего нужна. Вот там, на заднем дворе соседа, была земля. Решетка тут уже открыта. Может быть, это тот рычаг открыл, который мы в зеленом доме. Хотя фиг его знает, может и нет. О, граммофон. Он, по-моему, вообще не играет. Что у нас здесь? О, ключ карты. Так, ну я так понял. Магнит нужен был для этого. Туда мы не попадем. Ну все, похоже, нам больше нечего здесь сделать. Давайте выбросим его нафиг. Дом закроем все-таки. Ну и это тоже закроем, чтобы посторонние не лазали. Тут парковка даже есть, нифига. Вот это дают. А, он за пределами Вороньих ручьев, что ли, находится этот дом? Чё себе, это что такое еще? Памятник рукопожатию, обалдеть. Так, ну я нашел лопату, и все это надо было. Но давайте еще посмотрим окрестности. Я думаю, сколько времени, кстати, прошло? Надо посмотреть. Давайте еще. Да, давайте пока еще проходим. А, 30 минут все-таки прошло. Я думаю, давайте на две части разделим. На сегодня пока закончим. Мод мне нравится, реально классно сделать. Классно все. Я прямо сейчас буду записывать вторую же серию. Мне реально интересно играть дальше. Но выйдет она, наверное, завтра. Всем спасибо за просмотр. С вас Лайкос Писус. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.